have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и тут у нас с вами колесики подъехали. Мы там чуточек некоторое время их не снимали, сейчас опять пришла очередь, и мы такие, да, блин, надо бы что-то повеселиться, надо бы что-то посмотреть. Поэтому вообще невозможно. Согласен, просто подписываюсь на 200%, что это невозможно. Но я попробую еще раз. А издевательство над трупом, это считается преступлением? О, этот раз четкий хедшотик такой получился. Я жив! Я жив! До сих пор жив! После всего этого. Зато я их обдурил. Блин, они сразу на голову летят. Давайте, чтобы они меня не убили, я сам буду убиваться каждый раз. Ладно, пофиг. One shot или restart? Ну-ка. Да, блин. Тимми. Сейчас. Но почему... Ребят, вы делаете уровни. Почему вы сразу не даете нужного персонажа? Как я себе сейчас голову-то сломал? Серьезно. Кроме того, что не дает нужного персонажа, еще и кликать нужно. Еще и загрузка... Долгая! На, сдохни. Меч! Меч обдурили, хорошо. Чувак, не надо в такой позе. Нет! Фух, молодец, забрал свой топор. А как теперь оттуда... Ой, блин, там малой маг. Как теперь оттуда прыгнуто? Ну, собственно... Все, криндец. Я ему сейчас... Нет! Да фига в топор! Я... Ну, конечно. Я знал, что так будет. Ладно, последний раз. Я думаю, что это невозможно. Ну, это возможно, конечно. Понятно, да. При должном количестве попыток и мучений это возможно. Попробую остановиться и удачи. Нереально, да? Ну-ка. Это нужно... А, меня еще и выкинули, спасибо. Это нужно, в общем, прыгнуть туда вниз в нужный момент. Я понял эту фишку. Тут остановиться нереально. Но я это перепроходить не хочу, спасибо. Pogo Level Fortnite with Bots? Серьезно? А чё я сломался-то? Погоди, чувак, ты ж не был таким хрупким-то. Iron Man. Это из вот этого последнего... Малого разорвало чуток. Совсем чуточку. А теперь и меня разорвало чуток. А как там проехать? Да ну нафиг. Не, ребят, спасибо. Не, интересно, в общем-то, чисто теоретически, но нет. Бросание мечей в Тимми. Пока, Тимми. Попади. Как я так ювелирно-то меч кинул? О, хорошо. Вообще суперски.
Попади! Да! Сейчас, это можно сделать. Это можно сделать. Не в это... О! Одного забрал, хорошо. Нет! Спасибо. Просто... Просто гениально. Так, минус толпа тимей. Да вон тот! А! Куча мечей ушла. Просто так. На тебе, сдохни, тварь. Ох, вот это прям сейчас неплохо зашло. Вон тот дальний какой-то... Вот это, которого я сейчас убил. Он какой-то заколдованный. Да ну ты серьезно? Да я же попал в него. Спасибо. И последним мечом просто, знаете, сипоку такой через голову. Оп-оп-оп. Минус два. Да! Забираем кучу. Минус два. Да! Два меча, два попадания. Да, есть. Ну, самого... Самого близкого, последнего. А меня можете... А, дабл-клик, я понял. Нет, вы меня не отпустите? Чёрт, а где... Я видел там финишную линию, где мой та-та-дам? А, вот, всё. Красиво. Хорошо, это был крутой уровень, это было прикольно. Impossible на 99%. Ну, значит, от тебя, да? Не-не-не-не-не. Там, где я без транспорта, я не хочу играть. Это слишком... Мне прям жалко мои пальцы, мои кнопки. Я такого делать не буду. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо. А кто это? Кто-то, короче, решил уйти из Happy Wheels. Кто это? Square Dog. Не знаю тебя, чувак, но... Жаль, что отсюда уходишь, место хорошее. Так, bottle throw. Давайте бутылочки-то побросаем. Это у нас bottle throw, который... А, так неинтересно. Не, ну там типа можно еще, знаете, типа кликни для большего количества бутылок. Давайте... Вот так? Я ж тупо не докидываю! Кликни для... Понятненько, ясненько. Ну, на самом деле, не очень хорошо проработанный bottle throw, так что... Try not to fall, попробуй не упасть. Ну давай. Я упал? Можно? Спасибо. Оно того не стоило. Jet Run и Jet Wall. Ну, давай посмотрим. Оп-оп-оп-оп-оп! Оп-оп-оп. Ну, да, наверное. Хотя нет. Что за тест? Чего? Где? Да. Прям так? Жив? Нет. Да? Жив? А как мне должно... Как мне должно не оторвать голову при всем этом, не подскажете? Ладно. 24, 2, 2 и всякое такое. Так, ладно. И что тут от меня хотите? Это на Погаче проходится? Давайте на Пога пройдем. Или на Санту, может быть. Кстати, что-то я давно на Санте не играл.
Давайте пока каракатом там посмотрим дальше. Главное приземлиться на третий шейный позвонок, тогда все нормально. Просто козец. Как тут я теперь... Тут можно было пройти. А почему я тогда на велике вступорился? Что, блин? Ладно. Последний раз пробую. Давай вот на вот этом. А, там можно... Он после... Ипс, присел. После «э» он такой говорит, на, можно пройти. Так, ладно, Spikes 3.0. Давай посмотрим. Ага. Ну, чисто теоретически. Нельзя назад нажимать вообще ни разу. Блин, это тяжело. Так-то. Рефлекторно срабатывает. Он меня этот мелкий меня чуть-чуть вверх дергает, и я такой. Ага, так тоже нельзя. Ну просто замечательно. Надо в полете нажимать назад. Не раньше, не... Что, блин, как часто я убился? Да ну блин, вы чё? Это же невозможно. Ладно, возможно. Так, just go straight all the time. If you have passed this level, it'll be good. Если пройдешь этот уровень, ты станешь богом Хэппи Вилса. Да я уж таки понял, блин, что тут... спасибо. Да ну блин, вы чё, серьезно? Это же невозможно. Это импосибру. Я слишком рано назад нажал. Я слишком рано назад нажимаю. Ну а как я еще должен заставить эту штуку опуститься? Не, один раз я умудрился сюда съехать по-человечески. Значит, это возможно. Окей, а как мне заставить эту штуку спуститься? Слишком. Поменьше скорость, поменьше скорость. Я все время совершаю одну и ту же ошибку. Ну, понятно. Там можно было спуститься, проехать. Блин, это сложно, но это проходимо. Просто я на это не смогу сейчас потратить столько времени. Но это очень крутой уровень, если что. Он очень сложный, он бомбящий, но... Это возможно. Так. Что я делаю? Не так. Красный и зеленый уровень называется. Но знаете, пока он себя полностью оправдывает. Он красный, как ни удивительно, зеленый. Та-та-дам. Знаете, что пообещали, то нам и дали. Я согласен. Давайте дальше. Так, преследуя метеор. Просто идите нафиг. Так. Это было глупо. И штука за мной едет или нет? Ты что за нафиг такой? Та-та-да! Все, нормально, пройдено. Я
Я понял, я победил. Я понял, что я победил, спасибо. Бум. Классик по гаджамп не хочу, наверное. Spikefall Hard давайте попробуем. Голова йо-йо. Так, хорошо, согласен, это трудно. Нет, слишком понятно. Это трудно. Все, что я могу вам сказать об этом. Нет, ну мало того, что это трудно, это... Нет, это слишком большая скорость. Это было уже видно, что это слишком большая скорость. Можешь спрыгнуть с шипа, пожалуйста? Нет, вот туда, вот спрыгни. Не-не-не-не-не. Нужно как-то задницей зацепиться за шип. Первая попытка была пока что самая удачная, прям. Это Вин. Так. Тут если задница не зацепится... Да, тут не пройдешь. Тут надо каким-то образом... Не слишком сильно зацепиться. И не слишком... это тяжело. А это сразу бесполезно. Если, короче, не зацепился сначала, то ты просто летишь, и тебя нечему остановить, и все. И тебе, как ни странно, задница. Слезь! Ну слезь же ты! Ну будь человеком! Иногда вот так вот зацепится... И ты ему ничего не сделаешь. Ну. Головой, серьезно. Ну, хоть велик отпустил этот. Сегвей. Вот это победная! Блин, могла бы быть! Блин, это было очень близко! Отпусти! Ну, слезь. У-ху-ху! Ноги! Ноги, ноги! Жив! Слезь! Слезь! Ну, вылези, пожалуйста. А-а-а! Застрявший черт. Да, это бесполезно. Я не знаю почему, но этот уровень прям на магнетизме. Я не могу с ним ничего сделать. Он хочет, чтобы я его прошел. Возможно, это так и не случится. Отпусти. Прям головешкой. Блин. Ладно, ребят, извините, что я вас так долго этим уровнем мучаю. Но он прямо такой, ну пожалуйста, ну пройди. Как ты? Голова прям автоматически притягивается. Задница, задница. Оттолкнись! Ну, в таких ситуациях в том-то и дело, что персонаж еще живой остается без рук, без ног, там, короче, не знаю, без чего. Давай. Съезжай. Да мне пофиг, сколько там тебе воткнулось, чего, съезжай. Давай, победную, победную.
Это было ближе всего к победной. Я долетел донизу. Ать. Блин, если бы я головы не долбанулся, было бы вообще хорошо. Голова! Я уже все, да. Блин. Это было очень близко. Победи! Да! Вы смотрите, где головой черканулся. Уже под самый финиш, короче. Ладно, пофиг. Это я не знаю, что с этим уровнем, но он очень сильно притягивает. Его можно пройти, но это был наш самый близкий результат. Баг, глич, фриз. Что-то я не хочу. Fat Lady Launcher. А, это может быть интересно. Блин, это просто... Сейчас. Та-та-да! Да, это прикольная, кстати, концепция. Не то чтобы она прям новая, тут нового в принципе ничего нет, но это прикольно. Х-ард. Красиво. Согласен, хард, до свидания. Я не умею летать на велике, в этом проблема. I don't know, лол. Ну, лол как лол, поехали. Они на деревьях. Джо, они на деревьях. То есть, если взять здесь погу... 34 монетки! Ну, давайте рискнем. Давайте я погача возьму сюда. До свидания, дед. Вас то шуба, дед. Да, блин, Пога, ты всегда умудряешься застывать во всяких непонятных позах. Победа! Это было все 34 в одной. Окей, оно того стоило. Так, быстрый уровень. Быстрый, блин, уровень. Ну... Сказано, сделано. Уровень реально был быстрый. Меня просто выкинуло на финиш, и все хорошо. Pogo Fight, блин, да, что-то сегодня у нас был один Pogo Fight, и тот был не очень удачный, а мне эта тема нравится. Чувак с бутылкой. Реальный уличный файта. Нет. Лучше тереться об его задницу, чем лицом об чей-то меч, да? Хотя, на самом деле, многие поспорили бы с этим тезисом. Ну я же головой прямо сейчас в мачету прилечу. Ну вы чё делаете? Ладно, да. Я хотел сказать, ладно, не головой, таки да, головой. Хоба! Дядька. Бутылочник. Меня все равно убило. Хорошо, пробуем еще раз. Тесный такой Pogo Fight, не знаю. Но он сложный, я не спорю. Это прикольно, просто тесный. Я не люблю, когда так... Тесно, когда так мало места. Ну я сейчас прыгну, и мне, короче, этот меч в лицо прилетит, да? Тут надо с контролем... До свидания. Вот он и прошел дальше. До полуфинала меч прошел, я имею в виду. Так, метание мечей, ну на пол звездочки, не знаю, что-то аж прям все. Вот, Impossible Pogo Fall, ну-ка. После того Impossible, который у нас сегодня... Я тут... Умер, даже не успев. Второй раз умер. Хорошо, хорошо, хорошо. Забирай свои слова обратно. Возможно, он в самом деле impossible. Может просто дойти до него impossible, да, имеется в виду?
Да иди ж ты нафиг! 4 раза, ты серьезно? Я дошел до хакера, между прочим. Он в одну сторону. Он в одну сторону. Опять хакер. Так, нужно меньше траекторию. Понятно, до свидания. Easy dubs. Уже круче, чем хакер. А все равно, как это проходится? Мне надо где-то от стенки оттолкнуться или что? Отстань, отстань, отцепи меня. Да, это нужно отст... Но если отталкиваюсь от стенки, это же моментально... Блин, это, кстати, почти победа, мне кажется. Это могла быть победой, ладно. Довольно неплохо. Так, ладно, ball throw. Кидание мяча каф. А, у нас обычно больше кидание мяч... bad luck, понятно. Опа. Kill them all. Так, а сейф... Это я что, себе побед... Я себе победу перекрыл, да? Да, победа-то перекрывается, kill them all. Да ну задолбали на bad luck-то попадать. А! Сейф, все. Опа, оп, команда. Да, нет! Ну, понятно, до свидания, победа. Хотя... О. Have a kid. Метни пацана. Ладно, это весело, но не настолько, чтобы здесь оставаться дольше. Так, Pogo Fight Fixed. Давайте сюда зайдем, глянем. Желтый Pogo Fight. Давай, пацан убил нас. Молодец. До свидания. Убери свою задницу от меня в зеленых шортах. Опа. И пацану прилетело погой просто в рожу. Бедный. Разгребло его так. Блин. О, топорики улетают, это хорошо. Опа! Ровно! Ровно в лоб, смотрите. И еще такой потом, как WWE, такой еще, опа, этим мечом чуваку голову прошиб. Да, переска... Как красиво-то получилось! Нет! Нет, нет! Фух. Эльф еще живой! Его там... Его режет! Ай! Извини, чувак, мне нужно было тебя добить. Это был единственный способ. Давай, да. Уйди от этой мачете. Жив! С топором в заднице, но жив. Вперед к боссу. Босс. Босс, босс, босс. You will not get. Ты не пройдешь. А я не могу выровняться, что ли? Тут понятно, с контролем надо, но. Он детьми кидается. В смысле, эльфами. Я не могу встать! А, он еще одного эльфа кинет! Нет? А, нет, это один эльф, просто у него 2 предупреждения.
Я не могу с ним взлететь. О! Я от эльфа освободился, от топора. Все, чувак, короче, тебе хана, по-моему. Если я сейчас на этот же топор не упаду. На! Есть! Это было пройдено, это было затащено. А, ладно, ребятушки, все. На этой победной ноте мы Санту победили. На этой победной ноте мы тогда сегодняшнюю серию закончим. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях, в следующих играх, выпусках. Всегда будет что-нибудь следующее. Поэтому всем добра, бобра, всем оладушек. Всем покеда.